Бродкастим. Grow Home. Вторую игру из сентябрьской подборки PS Plus. Ubisoft довольно, как я понимаю, высокобюджетный проект. Нет, в прошлый раз, по-моему, был короче, потому что вот игра про корпорацию клонов, мы, по-моему, 15-12 минут, 20 минут выдержали, там все очень плохо было. Это не платформер, это просто, ну, кому нужна карточная игра в PS Plus, ну, Паша, ну, в самом-то деле. Ну, не помню, не поднимали цену или нет, там 1000 рублей на 3 месяца было, а сейчас не помню. Там люди на год берут сразу, и все. Тогда цена остается всегда одинаковой. Не, ну и я полностью согласен с проголосовавшим, потому что две остальные игры была полная муть, хотя битэмап можно было вдвоем с Колей поиграть, но тем не менее. А это довольно скобюджетная, как я понимаю, игра, это внутренняя разработка Ubisoft, и как бы они пытаются вывести свою собственную... Не, не про цветок, про робота, который должен вырасти гигантское растение и с его помощью выбраться на орбиту с планеты. Да, и играть в нее совершенно не зачем, Hearthstone. А это... Что-то интересное, по-моему. То есть смесь Реймана, Волли, Супер Марио... О, и как в МДК, он, по-моему, управляемый. И Майнкрафта. Grow Home давно хотел посмотреть. С удивлением узнал, что делали авторы Shadow of the Beast. Сейчас они Ubisoft Reflections Limited, раньше Reflections Interactive Limited. А что за Shadow of the Beast? Я, по-моему, не слышал. Смотрите, у робота голова независимо крутится, независимо от направления движения. Такого нигде не видел, по-моему. Мамочки. Такое мне Wind Waker напоминает это все. Робот-инвалид. А, вот он хватать может. Или дергивать. У него хваталка такая, как у Бендера. Это же Бендер. Это же Бендер. Может гнуть, а может не гнуть. Как он ходит, у него руки, ноги, корпус, голова все двигаются независимо друг от друга. Наверное, так и должны, в принципе, двигаться человекоподобные роботы. Зачем имитировать человеческую модель ходьбы, если можно эффективнее? Так. С одной кнопкой ползти просто. Они предлагают на выбор 4 кнопки, из них надо нажимать всего одну. Ну, назвали бы... Остановитесь, чуваки, на одной кнопке. Это дезориентирует. Воксельная? Где вы видите воксели? Я вижу обычные полигоны. Обычный селшейдинг в духе Wind Waker. Давайте полезли. Тут разные хваталки нарисованы. Можно все-таки надо левой-правой. Левой. Правой, левой, правой, левой, правой, левой, правой, левой. Это в одной из серий MythBusters. Хипстерские полигоны. Такая серия платформеров-пазлов отличалась, Shadow of the Beast, отличалась очень запоминающим... Это не воксели, это хипстерские полигоны. Отличалась очень запоминающимся артом в стиле Роджера Дина. Кто такой Роджер Дин? И давящей атмосферой. Выходили на всех платформах. Это один эпизод в MythBusters. Там Адам Сэбидж пытался на присосках, на магнитных, забраться по вентиляции. Там он левый, правый, нижний, верхний там... У него 4 присоски было, 4 электромагнита. И вот здесь то же самое. Лево-право, левый-правый. Left-right, 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 left-right. Да, очень-очень прикольно. Говорю, Wind Waker мне напоминает. А это моя любимая игра тех времен. Знаете, за что голосовать? Да, сейчас бы мы сидели, мрачно тыкали карты, или там в школе играли в скверный битэмап про зомби против пиратов, или против викингов, по-моему. Полная хрень. То есть,
Посмотрим, за что будут голосовать в следующем месяце. Что-то есть Тима Шейферская даже в этой игре. Он такие любит штучки. Типа стейкинга, помните про матрешку? Deploy install with triangle margin. Не понял. А, то есть надо сорвать цветочек и сохранить. А, да. И можно его посадить. А, на нем можно летать. О, вот это круто. Это как Марио просто. И лепестки отрываются, смотрите. Я упаду, когда все лепестки оторвутся. О, это прекрасно. Это как ощущения такие же, когда в Супер Марио находишь этот пласт после диких усилий. Начинаешь наконец-то свободно летать и собирать звезды. Прикольно. Давайте овцу поймаем. Хватай овцу. Хватай овцу. Да, я знаю, что далеко улетел. Я вижу, что там кристалл лежит. Я хочу овцу. Мне майнкрафтовские инстинкты, майнкрафтовские инстинкты мои требуют поймать овцу. Есть. Тащи ее. Нельзя ее, к сожалению, для хранения прихватить. Давайте ее утопим. Майнкрафтовская овца также мекает. А можно двух овец схватить? У него же две руки. Я могу сразу схватить одну овцу, потом другой рукой другую. Она утонула. И мама мне пишет, что mom, you are doing very well. Да, тут как и в портале. То есть, если говорят, что у тебя все хорошо, это game over. Прекрасно. Ну, то есть, просто взяли из портала и скрестили с мамочкой из Broken Age. И выдали за собственный AI. Кстати, далеко задвинули, заметили? Возможно, там был чекпоинт, на который я чуть-чуть не дошел. Я утонул, а по-моему, меня просто нейтрализовали. Или я утонул? Просто написали комплименты и отодвинули на чекпоинт. Нужно схватить двух овец и доплыть таким образом до более большой земли. Они не плавают, мы же уже убедились. Но двух овец я схвачу обязательно. У меня два манипулятора, как выяснилось. Ну, топ. Майнкрафтовщина. Ай-яй. Диплой. Так, где здесь было? А, он кристальчик. И там еще внизу был кристальчик. Ай-ай-ай! Тут, наверное, хватать-то надо было. На кристальчик мы его, по-моему, так и не поднимем теперь. Нефса не хватило для тяжелого робота. По-моему, мне... Хотите, чтобы я еще раз потонул? Ну, окей. I live to surf. Так, здесь не обойдешь. У них даже высинка нет. По экрану периодически полоса синхронизации пробегает. Так. Да, ну это я не достану, наверное. А, он прыгает. Или это начало игры? А, это начало игры, я вернулся, да? Ну правильно, я на эту скалу и залазил каждый раз. Залазить на нее именно для того, чтобы этот кристалл схватить на верхотуре. Да. Все правильно. Сейчас возьмем. А выкинуть вообще можно? Я хочу новую цветочку, мне старый не нужен. Left right. Left right.
Увлекательное зрелище. А, смотрите, там летающий остров, как Super Mario 64. Кристалл внизу, но я знаю, что я пропустил кристалл на платформе. А внизу, ну, пойдем поищем. Так, мне надо выкинуть паленые цветочки и сорвать нормальный. Давно пора, кстати. Внизу еще один. Возьмем. Так, ну давайте сначала возьмем верхний. Вот он. Так, и внизу где кристальчик? Где-то здесь вы имеете в виду? Или где кристалл? А, вот он, да. Совершенно правильно. Левой рукой надо приучиться хватать, да, за все правой цепляюсь. Угу. А обратно-то... А, ну тут можно... Бережку, давайте двух овец поймаем. Ну, такая... Очень стрим-френдли игра, то есть, я думаю, будет много стримов. Как выкидывать... А, не, self-destruct. Так, хватаем овцу. Двумя руками... Есть. Дальше вторую сейчас поймаем. Теперь у меня две осы. Я их могу скрещивать. Испаривать. Три сам с двумя овцами. Жалко, что я сам не овца. Телепортер. Робот две овцы, чумовой расклад. Вторую той стороной схватили. Какие же извращенцы, ребят. Извращенцы в моем стриме. Зоофил в моем стриме. Так. Что это там такое внушительное? Вау. Овца пытается меня убить камнем. Это тайничок просто. А, овца показывает, что можно. Чего можно добиться. Как было в одном старом текстовом квестном спектре, that is biologically impossible. Вместе овцы. Видите, она меня пыталась завалить камнями. Это овца-убийца. Так, а вон там, под камешком, кристалл. Можно все это разобрать, я думаю. Весь завал. При правильном складе они бы нас ускорили. Можно попробовать поймать. А Сергей там, да. Зря зоофилом назвал. Он хотел как лучше. Там, смотрите, там еще много всего, кстати. Вот там. Здесь кристальчик вон. Ну. Еще немножко. Не то схватил. Есть. Вырвал. Больше там, по-моему, ничего нет. Давал вроде ничего особенного не прикрывает. Привет, Даниил. Это Grow Home. Не путать с Gone Home. Квестом из жизни девочек-лесбиянок. Хотя...
Судя по звуку, есть под завалом. По-моему, там ничего нет. Там два кристалла и все. Больше ничего не вижу. Или вот это кристальчик там. В середине. Gone Home, да, отличная игра. Я пустошел. Я тоже был пустошел. Чувак, чашка уже полная. А, можно лазать-то почему угодно здесь. Так. Exploration тут довольно забавный, да? Что вроде бы особо не предлагают. То есть как вот ощущение те же самые, когда впервые запускаешь Mario 64 и попадаешь на этот гениальный первый уровень, на котором можно заниматься чем угодно и потихоньку собирать звезды. Здесь только кристаллы вместо звезд, и они не так важны для прохождения. А так вся механика очень похожа. Мне очень нравится Mario 64. Ой! Дэниел говорит в чате, что играл Gone Home исключительно для того, чтобы удовлетворить свои низменные инстинкты. Ну, как и все, Дэниел, как и все. Дэниел, please. Так. Кстати, что вы думаете по поводу переноса стримов на YouTube? То есть прошивка 3.0 уже, как я понимаю, вот-вот должна выйти на PlayStation, и там можно будет стримить сразу в YouTube, но нельзя будет стримить и в YouTube, и в Twitch. А в Twitch у нас уже вот чатик уютненький, подписчики. То есть я не знаю, YouTube, что можно будет делать высококачественные стримы, и там каждый будет зритель выбирать себе качество, а сейчас я стримлю там в среднем качестве. То есть если на качество совсем пофигу, то можно просто все в Twitch продолжать стримить. Ну, попробуем пару раз в YouTube. Если не понравится, вернемся в Twitch. Или перебраться полностью на YouTube. Потому что с ПК там можно стримить одновременно и в Twitch, и в YouTube. Так, я забрался на пенисообразное дерево. А что развернуть? Я не понял. Что вы хотели? А, ну там... Думаете, можно схватить эту большую хрень? Тут я сомневаюсь. То есть попробовать отогнуть от нее что-нибудь? Ну, не попробовал, не успел. Майнкрафтовщина опять. Цветок раскрыть. Давайте попробуем. А, он умеет таскать, но он не умеет пихать. Смотрите, я не могу ничего пихать, я могу только тащить на себя. Так. Эй! Ай-ай-ай-ай, фак-фак, щет. Давай обратно. Так, так. Дэниел, у меня всегда эралс настроение. Что, наших подкастов не слушаете, что ли? Версия робота. Может тянуть, но не может толкать. Что, красный бутон соединить с электрическим камнем? Какой еще красный бутон? А, вот он какой-то есть тут. Ну,
последнем стриме в разрешении качества выше 480p нельзя нормально кинуть ссылку в чат, а так нормально. Стабильность стримов интернет-сервиса зависит от интернета стримеров и зрителей. Да, но смысл в чем? Здесь, чтобы все могли смотреть, вот, 480p там и прочее, мне нужно делать стрим в таком качестве. Он на два деления выше, ниже максимальной отметки. И если я включаю максимальную отметку, там у 5-6 пользователей все в порядке, у 3-4 тормозит. На Ютубе я могу всегда отдавать максимальные отметки, и каждый пользователь сам просто будет выбирать себе качество стрима, какое ему нравится. Да, вот. Нажмите квадрат, чтобы расти. У кого там раунд настроения? Видите, я вообще не комментирую, что произошло. Пестики, тычинки. Да, я думал, это у них висин глючит, а это они просто сделали помехи, пробегающие по экрану. Пестики, тычинки. Бис. Как они говорят, plants and bees? Birds and bees. Это все Дэниел. Что такое? А, да, это стик утопить. Нашли, знал, что так кнопка бывает. God of War пошел. Помните, как мы там лихо ползали? Оно выросло, давайте по нему дальше полезем. Рви кактус? А зачем мне кактус рвать? Он просто надо залезть. И в идеале надо, оно все будет выше становиться. По-моему, вот это как раз основное растение. Если их, конечно, не несколько. И оно будет расти, а остальные квесты как бы вспомогательные по подпитке. Ну и летающие острова, города, как в Майнкрафте. Очень неожиданно тычинка эректировала, я бы сказал. Не эректировала, сэректировала. Так, и опять я забрался на гигантский пенис. Надо прыгнуть. И не долетел. А вот еще, смотрите, может, и это тоже можно заправить, так сказать, как Коля выражается обычно. То есть кристаллы нужны для того, чтобы растение увеличилось в размерах. Кристалл, чтобы активировать пестики. Вырастить пенисообразное растение для мамы. Смысл игры — вырастить белонское растение. Мистер Гаррисон, наверное, писал сценарий к этой игре. Помните, мистер Гаррисон написал книгу под женской литературы, там, где все выглядело как гигантский пенис. Вот это он. Сценарий к этой игре они его наняли написать. Ну, лучше вблизи все побыть так. Я смогу отректировать, да? Нажмите X, чтобы заправить. Нажмите квадрат, чтобы заправить. Нет, буквально. Нажмите квадрат, чтобы увеличилось в размерах. Чтобы увеличить в размерах. To grow. Press square to grow. Как они говорят? A grower, not a shower. Там, когда пенис маленький, но когда он хорошо работает. Grower, not a shower. Это игра такая же. Так, а почему он сейчас не хочет меня пенис? О! О! Я могу им управлять, чуваки, я могу им. Заправил шланг. Не самонаводящийся, им можно выбирать место заправки. Ну да. Very stream friendly игра. Какая деятельность нервной системы, когда я сижу на гигантском
растения, там, пестики, то есть это пенис растения, и заправляя его в не менее гигантскую тычинку другого растения. Ну, как-то это можно по-другому интерпретировать. В буквальном смысле пестеньки и тычинки. Birds and Bees Talk. 120 метров вырастет. Куда тут Джон Холмс? И тут Джон Холмс. И главный герой Пуги Найтс, я забыл, как его звали, Дирк Диглер. Вот мы удивлялись, там, что в Стиме пропустили первую нецензурированную. Да, то есть мы растим тычинку, заправляем в... Я ошибся, да. It's the other way around. Да. Мы берем тычинку, заправляем в пестик. Сенсорная панель, сейчас попробуем. По-моему, никак. Я забываю, что она есть, но она никак не используется. I'm homeschooled, как говорит Фириша в таких случаях. Так. Но тем не менее. Так, еще один есть. Еще одна тычинка, которую можно вырастить и заправить в пестик. Если у меня кристаллы есть для этого дела. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой, я упал прям на камни. Все. Теперь придется лезть обратно. Он даже, смотрите, он на четвереньках иногда бегает. Здорово. То есть каждый раз, когда ты падаешь, надо начинать все сначала? Или телепортером можно воспользоваться? Так, а как им пользоваться? Он падает, и голова перетягивает, и он начинает бегать на четвереньках, да, это смешно. Я не понял, как им пользоваться, честно говоря. Ой. А, активную точку я сделал, получается. С которой начинать? Нет, а вот карта, смотрите. Left stick to navigate, square button to transport. Пока всего два открыто, особо навигировать некуда. Ха, добавный эффект. Да, ну каждый раз забираться по растению это тяжко. Это Миядзакова. А мы там были, кстати? Мы оттуда пришли, да? Вон, да, от первого телепорта. И помехи опять идут по экрану. Не знаю, по-моему, это скверная усинка, это, то есть... Не специально сделано. Чего бы эти помехи, если я не из глаз робота вижу? Но все равно. Тем не менее. Да. Детсадовский полицейский. Гениальный фильм. Лучший фильм Шварценеггера, лучшая роль Шварценеггера, во всяком случае. Лучший фильм Айвана Райтмана. Kindergarten Cop. Великолепный фильм. Смотрите, овца. Затащенная. Давайте. Вместо принцессы надо спасать овец. Тыковки. Ничего. А, да, есть кнопка там уничтожения робота. Окей. Можно добраться до первого листочка, потом подпрыгнуть. Овца спрятаться хотела. Ой. Что-то еще есть от игр этого японского безумного дизайна, который сделал Катамари Демаси. Даже не знаю, что, но вот...
фейл дистракт для спидранов. Ну, возможно. Так, где тут ближайший листок? Ай. Так, надо поменять режим камеру. Раз-два. Почему-то я не смог вырастить тычинку. Сейчас попробую еще раз, но, по-моему, она не работает. Возможно, мне просто кристаллов не хватило на это. Очень интересная механика. Не, не растет. Ну, это с каждым случается, конечно, но тем не менее. Не растет. Ну то грова, ну то шова. Это было унизительно. Так, вот, кстати, листочек. Можем с него подпрыгнуть. Ой-ой-ой. Надо, видимо, быстро доставать цветочек, когда падаешь. Этот момент наступает в жизни любого растения. Паша в ударе сегодня просто. Пора идти искать загадочные синие кристаллы, да? А если я отсюда еще спрыгну? И... А, вон там еще один телепортер, его надо активировать. А! Лист кто-то пропал. Видимо, только один раз можем подпрыгивать на листе. Пора идти искать загадочные синие кристаллы, которые помогают с этим вопросом. Так, я не могу опять забраться. Так, один раз прыгаем и сразу же ползем дальше к телепорту. Смотрите, если бы это как Shadow of the Colossus, но про спаривание гигантских монстров. И с них надо не упасть, когда момент, ну, понимаете. Ну, это лучший момент игры South Park, где дерешься с гномиками Underwear Gnomes на родительской кровати, и там огромный Хэри Нацак пролетает через экран и сносит комбатантов. Нет! Вот я научился худо-бедно доставать ромашку. Симулятор незнайки. God damn it. Какой-то Эверест. Джейком Джилленхолом. Отсюда-то он допрыгнет. Не, он очень плохо прыгает. Единственное, что могу предположить, забраться наверх и потом на ромашке долететь. Потому что прыжки у него никуда не годятся. Это Flower Star Shooter Connect. Что? Что? Grab the Red Flower и Connect. А, ну это мы сделали уже. Grab the Red Flower on a Star Shoot and Connect to an Energy Rock. Да, ну это уже было. Давайте активируем телепорт.
Как его активировать-то? А, я эти разобрал. О. Панельки. Лего, да? Это Лего. Это, кстати, оригинально. Я нигде не видел, что так раскладывать надо было установку. Ну да, он его уволил, этого художника, Double Fine Adventure, который нарисовал деревню смурфов между... И нанял нормального Бегеля, который гений. Тот художник, который работал на Манке... Монки, нафиг Манки. Монки Айленд, как говорят американцы. Он нарисовал деревню смурфов для Broken Age, и это можно посмотреть в документальном фильме. На сайте Double Fine Productions. Ну как его раскладывать-то? Круто, чтобы он заработал. Даже не мобилу раскладывать, а там... Три детали. Ну еще кристальчик. Я вот только не понял, соединять с какими кристаллами, честно говоря. Которые я собираю? Или с какими-то другими? Видимо, весь саспенс в этой игре на том, что упадешь. Ну, хотя телепорты есть. Вот если бы телепортов не было, это была бы жесть, согласитесь. Миядзаки бы любил эту игру тогда. Так, то есть, ну давайте спускаемся тогда. Вроде больше некуда идти. Там я был. Следующий шут. По очереди, следующая тычинка, да. Следующая тычинка. Не было телепортов и на время, да не, просто не надо на время, просто очень большое растение, чтобы с него упасть, и такое зеленое в основании летающих островов. А, да, но почему не активируется вот, например, вот этот вот справа? Потому что нет, вот же остров наверху есть, а почему-то я в него попасть не могу, хотя явно под него. Может быть, надо как-то нацеливать, но целится он, по-моему, только после того, как активируется. И там еще писали количество оставшихся кристаллов. Помните? Там один, два. Сейчас даже... А, вот, видите, вот слева что это появилось? Два из четырех. И теперь, по идее, оно должно по квадрату. О! Так. Так, где-то вверху там видел. А, вот он, вот она. Так, сейчас заправлю. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Пестик, 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 пестик. Столько надо приконнектить. А, то есть еще один, и тогда растение разовьется до следующего уровня высоты. Все понятно, спасибо. Просто там непонятно немножко с управлением. Надо нажимать в какой-то момент квадрат, и тогда оно срабатывает. Уже удовлетворил три растения. Это, то есть это хентай фактически симулятор. Только вместо девушек здесь летающие острова. А зачем я кристаллы-то собираю? Так, для себя. Чтобы было чем заняться. Вот. Mad Max, и очень видно, насколько это там таймсинка не игра, просто там очень много нор, каждую из которых заходишь, убиваешь 3-4 противников, которые вообще не оказывают сопротивления и не представляют ни малейшего челленджа, и идешь к следующей норе. Там внизу, по-моему, еще одна неразвернутая. Ну, давайте вот эту развернем. Вот в тот остров заправим. По-моему, не обязательно разворачивать их все, потому что они как бы на будущее, то есть оно вырастет, будет больше островов. И можно будет заправлять. Последние сказки про Джека и Боба. А, вы серьезно? Вы без какой-то там гнусной шутки? Я уже там начал хихикать, а вы просто сказали, что действительно, да, это гигантский Боб, который мы растим. Ну или... Сказание о Вавилонской башне. Same shit. И давайте заправим. Тык-тык-тык-тык-тык.
Еще немножко. Левее. Левее. Прям по курсу. Жека его бобовый стебель. Если вы понимаете, о чем речь. Потому что бобовый стебель — это пенис Джека, как сказал бы капитан Хаммер. Бобовый стебель — это мой пенис. Так. Я вообще пропал из виду. Кстати, по-моему, игра очень короткая. Потому что насколько можно растить одно растение, в самом-то деле, на таком клочке пространства. Jack the Giant Bean Killer. Flair, там, Flair. Outfest Grove, Marvelous. А эти можно срывать? Довольно много тыковок этих. По-моему, пока что только одно растение подбирают. Видимо, очень большой арсенал растений, которые можно подбирать и использовать, но пока только ромашка. Вот здесь правильно, это learning curve. Игра короткая, чего не скажешь о самом растении. Вау. Ну что, поедем дальше или посмотрим следующую игру? Я в это могу играть до утра, но у нас еще две игры. Не, не думаю, что что-то... А, ну, давайте так, до телепорта, наверное, дойдем. Хотя, где он тут? То есть, тут автосейв, наверное? Или как оно работает? Давайте, если хотите, как он, как парашютист падает. Могу... А, вот он, телепорт, кстати. Могу начать следующую. У меня руки оторвало. А на очереди... Сейчас я посмотрю. На очереди Super Time Force, Super Time Force Ultra. Игра и для Vita, и для PS4. Игра, конечно, богатая. Надо будет еще постримить. Давайте следующую тогда. Окей? Супер! Супер! Супер Тайм Форс Ультра. Не ультра же, в самом-то деле. Американ Ультра. Все. Перезапускаю.